Сейчас я попрошу подняться на сцену чемпиона мира Вишванатана Ананда. Вишванатана Ананда, the world champion of chess, is now asked to take the floor. Ladies and gentlemen, I'm very happy to have played this event here in Moscow, the World Championship, and I'd like to thank a few people. First of all, I'd like to thank the sponsors, Mr. Filatov and Mr. Timoshenko. I'd like to thank the Russian Chess Federation, the Tretyakov Gallery, and everyone responsible for the superb organization. Of course, I'd like to thank FIDE for their supervision. It was a very difficult and long struggle, but I would like to especially say that my opponent would always come to the board, write something on a score sheet, then come backstage, greet me warmly, and then we would come and play the game. So even though it was a tough struggle, I think my opponent Boris Gelfand contributed a lot that it was played in the right spirit. Дамы и господа, разрешите мне выразить чувство счастья, которое связано с тем, что мне пришлось играть этот матч здесь, в Москве. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов матча. Это Российскую шахматную федерацию, спонсоров господина Филатова и господина Тимченко. Хотел бы поблагодарить руководство Третьяковской галереи за прекрасную организацию матча. Хотел бы поблагодарить и ФИДЕ за осуществленный надзор за проведением матча. Нужно сказать, что матч был длительным и очень тяжелым. Хочу отметить одно, что мой оппонент Борис Гельфанд каждый раз подходил к шахматной доске с чувством хорошей заряженности, подготовленности, и вместе с тем создавалось светлое ощущение того, что мы сыграли одну игру и также будем играть, как и должны настоящие спортсмены, играть следующую игру. Этот процесс будет продолжаться. I think his achievements on this, in this cycle have already inspired a lot of attention for chess in Israel, and I just want to wish him all the very best. Я думаю, что проведенный шахматный цикл привел к возрастанию интереса шахмата в Израиле. Я также думаю, что и этот процесс будет продолжаться. I also want to say it has been wonderful to play in front of such an appreciative audience. Хотелось бы особенно отметить, что было весьма приятно играть в такой дружественной атмосфере зрителей. And today we just returned from the pleasure of an audience with the Russian president. А сейчас мы только что вернулись от российского президента, который также нам предоставил аудиенцию. He had actually followed, he discussed the match a little bit with us, and that was very enjoyable. Он, оказывается, следил с интересом за матчем и нашел его очень интересным. I'd also like to thank my wife and my team here for their support. I think it would be difficult to go through such a difficult match without their help. Хотел бы поблагодарить свою супругу и всю нашу делегацию, которая меня поддерживала. И я думаю, что в проведении и участии в таком матче мне пришлось бы очень тяжело без их поддержки. I will go back with a lot of pleasant memories of this match, and I think Moscow was a fantastic venue for it. So thank you all again. Я вернусь из вашего фантастического города Москва с самыми лучшими воспоминаниями об этом матче. Большое вам спасибо. Прошу еще раз подняться Ирину Владимировну для вручения приза чемпиона мира от Третьяковской галереи. Ирина Владимировна will now just present the special prize on behalf of the museum to the winner of the competition. Уважаемые дамы и господа, мне хотелось бы искренне поздравить чемпиона мира и от лица Третьяковской галереи вручить специальный приз, который был подготовлен для того, чтобы это событие осталось в памяти у нашего чемпиона и о матче, и о Третьяковской галерее.
Distinguished ladies and gentlemen, on this occasion I would like to congratulate the winner, the champion of the world, and to present him the special prize which had been prepared specially for him to bring him the best memos of this event and of the Tretyakov Picture Gallery. And I'm doing that sincerely with pleasure here. Но поскольку этот наш приз все-таки художественный, то хочу сказать, что поднять я его не могу. Я хочу вам просто его продемонстрировать, обратить ваше внимание. И я надеюсь, что действительно этот приз останется таким очень знаком памяти и о чемпионате, и о Третьяковской галерее. Well, this prize being a piece of art, I could not even try and uphold it myself. Therefore, I would advise you just appreciate it as is, and it's been done so that would really stay long in the memory of this outstanding event. Если у чемпиона мира хватит сил взять и поднять этот кубок, этот приз и показать вам, наверное, все будут рады. Но если только он захочет это сделать. But if the champion has enough strength left to be able to lift this prize, and he wants to do that, I think you will all enjoy it. Я приглашаю на сцену второго участника матча на первенство мира Бориса Гельфанда. Now Boris Gelfand, the second participant of the match, is invited to the stage. Добрый день. Я хотел поблагодарить всех, кто был причастен к этому матчу, за праздник, который доставили всем зрителям в мире, миллионам зрителей. Ну, может быть, не в первую очередь, для меня это был месяц праздника, и жалко, что он завершается, но события незабываемые. Я думаю, что этот матч установил новые стандарты проведения шахматных соревнований, и такого интереса, я думаю, не было очень давно, и огромное спасибо всем. Good afternoon. I would like to thank all those who have anything to do with organizing this wonderful event, this festival we've all been part to, which has been followed closely with enjoyment by millions of spectators, and it has been a holiday to me, and it's a pity it's now coming to its end. And I'm sure we set forth new standards of organizing such sports events, and for a long while in history we didn't have something coming this way on that level before. So once again, thank you all very much. Золотой медали. And now the moment of presenting the gold medal. Сейчас будет процедура, которая в, так сказать, в общественном сознании очень долго ассоциируется с награждением чемпиона мира по шахматам. Прошу вынести. And now I will have the procedure which has for a long while been associated with the ceremony of awarding the prize to the world champ in chess. Thank you.
прошу еще раз всех встать для гимна Индии. Once again, I would ask of you to be up to listen to the national anthem of India. Спасибо. Я хочу пригласить на сцену, так сказать, не только главного спонсора, но и главного идеолога и, скажем, главного организатора этого матча Андрея Васильевича Филатова. Андрей Васильевич Филатов being the main sponsor, but also ideologist of this whole event is now invited to the stage. Я бы хотел всем сказать большое спасибо, что осуществилась моя мечта детства. Я планировал, всегда с детства мечтал принимать участие в матче за звание чемпиона мира. Правда, я никогда не думал, что в качестве спонсора, но... Поэтому всем спасибо за доверие игрокам, за то, что они согласились принять участие в этом матче в городе Москве. Спасибо Третьяковке, Великому музею, который предоставил свою теплоту, свой уют и оказала нам такое громадное доверие. Спасибо президенту ФИДЕ, что был сделан выбор в пользу Москвы, судьям. И прежде всего спасибо большое журналистам, которые так блестяще освещали такое грандиозное историческое событие. А сейчас хотел бы я... To thank you all for making it possible to make my kids' dream come true. Since my childhood, I was dreaming about taking part in the World Chess Championship match. Now it has become possible. So thank you very much for making it possible, especially here in Moscow and in this remarkable place, the Great Tretyakov Picture Gallery. And I would like to thank the managers of this museum for their warmth, for the hospitality, for making it convenient for us with providing these opportunities. Also, we'd like to thank the representatives of FIDE for making this right choice of opting for Moscow, and for the referees who participated in this event, and to the journalists who provided brilliant coupling of this tremendous sports event. И хотел бы я вручить подарки. Я хотел бы вручить первый подарок Ирине Владимировне Лебедевой, пополнить коллекцию Третьяковской галереи российским современным художником Юрием Кротовым. So I'd like now to give some presents to Lebedeva to enrich a little bit further the wealth of the Третьяков gallery with the contemporary artist in part of with this painting. И второй подарок – это чемпиону мира на память об этом событии, потому что образ Врубеля, искусство помогало матчу, чтобы этот матч был таким выдающимся, каким он стал. And the second present goes to the winner, to the world champion, and to show to it that this is like this Vrubel's art was a good showing up assistance to this very important match we all witnessed here.